Всем привет, с вами снова Женек, и мы продолжаем проходить игру «Волк, овца, не собака» или «Шип, Доган, Вульф». Вольф, кому как удобней. И у нас сейчас будет, по-моему, третий уровень уже, да? Погнали! Так. Сразу открываем мыло. Так, это... Я помню, ладно, не надо. Так, это чё? Блять. Так, а, господи! Да задолбал ты. Ой, блядь! Ёптынь. Прихерачил меня. Ну да ладно. Динамитика. Так, и нам надо будет лететь, да? Погнали. Господи, остановись. И прыгни на качели, чтобы начать тренировку. Тренировка. Так, я что-то смутно помню. Так, ладно, пошли стырим сначала овцу. Нас не видит. Опа! Конспирация! Та-та-та-та! Бандито! Ай, блядь! 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 А, блин. Блин, а. Ладно, дышись. Ёптанть. Нет, он сюда же не пойдет. А, сука. Так, там салат я видел. Ну ты стой, смотри, сука. Да задолбал ты. Пошли, салат возьми. Чем нам салат? У нас есть динамит. Так, что-то поднимаем туда. Да. Так, ладно. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Беспалевно. А, понял. Так, погоди-ка. Нет, не то, не то, не то. Блин, как неудобно брать. Вот оно что, да.
Блять, отойди, ебаный! Ты опять все испортила. Дрянь толстая. Так, а давайте мы, может, положим. Так, ща. Блин, ну что за херь-то? Ничего-то никак не получается. Тороплюсь. Не буду торопиться. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. По-моему, можно просто в руках нести. Наверное, будет за нами бежать. Так-так-так-так-так. Отстань от меня! Давай. Опа. Опа. Так, сожри. Не хочешь? Пошли за мной тогда. Во. Стопы, блядь. За мной. Так, погоди. Погоди. А! Я хотел всего лишь забрать свой салат, сука! Ха-ха! А, господи, стой. Беги. Отлично. Блять. Да, это я помню. Так, у нас динамит же есть. Резинка. Динамит. Так, давай. Отлично. Так, мы нажали так кнопку. А, но нам нужно эта леталка. Не помню, даст, но еще раз дает. Погоди. Сейчас, сука. У-ху. Нормально. Так, и теперь... Нет? Не получается, да? Охуенно. Так, мы открыли те ворота, и там, наверное, скорее всего, бонус, я думаю. Погнали, слетаем. Thank you.
серии, я думаю, мы еще один уровень зацепим. Все же. Попробуем, точнее. Попрыгала. Отлично открыт. И еще одна победа. В первой серии я, конечно же, сказал то, что это Дональд Дак, и согрешил немного. Конечно же, это не Дональд Дак, это Даффи Дак. Просто, конечно, на языке Дональд Дак-то привычнее будет. Эту утку, я думаю, знают все. Ну или не все. Как минимум многие. Ой, блядь. Да-да-да, это бык здесь. Здесь этот бык и... Здесь нужно аккуратно и даже не наступать на листики. Иначе бык проснется. Флейта тоже призывает, вот мы взяли флейту сейчас, призывает овечек на звук флейты. Ай, блядь! Тихо-тихо-тихо. За мной гонится кто ж? Всплывай. Кислорода у нашего койотика нету. Ой-ой-ой, конечно, зря я разогнался. Уже язык заплетается. И вниз. А, давай. Плыви, блядь. Ай, дура! Какой ты делаешь?
Спокойно. Нужно вылезти из нашего обличия. Так, и что тут надо? Тут уже я, честно, не помню, что нам нужно. Ага. Ахахаха, блядь! Ай, вылез. Получил пизды. Ладно. Застрял. Повезло мне. Так, а это что такое мы взяли? Не-не-не-не. Блять, почему она? Погоди. Погоди. Флейта, 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 флейта. Если я ничего не путаю. Она для Сэма, по-моему. Так, и нам сейчас... Что нам сейчас надо? Все понятно, да. Пройтись. Там сейчас упадет камень вроде, да? Отлично. Уебываем. Берем овцу быстрее, блядь, уебывай. Он очнулся? Да, он очнулся, он бежит. Быстрее. Отлично. Вот так вот. Довольно-таки легко и непринудительно мы стреляли очередную овцу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ёптанти. И теперь мы будем их сдавать. Но мы помним то, что там бык. Блядь, 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 блядь. Бежит, бежит. Тихо. Отлично. Да блин, да поверни же ты камеру-то, а. Так, аккуратненько. Успел. Не-не-не-не, даже не это. Не рыпайся. Мы захватили очередную овцу. И их осталось уже 12. Так вот, не спеша. Мы проходим игру уже. Ну, кому-то покажется то, что это довольно-таки быстро. Можно пройти ее. Буквально за несколько часиков. Ну, далее будет. Далее будет сложнее намного, чем вы себе можете представить. Сохранимся. Ну и, пожалуй, давайте. Давайте еще один уровень мы пройдем с вами. Почему бы и нет? Почему бы и нет, не знаю, хочется поиграть.
подольше. Хочется поиграть подольше. А, и вот этот уровень, по-моему, очень... Ну, не очень, но довольно-таки, блин, тяжеловатый и нуден. Пройти-то его надо. Так, флейта. Так, это бинокль. Угу. Так, ладно. О-о-о. Так, погоди-ка, и что делать-то? Что-то я не понимаю. Я смогу здесь перепрыгнуть? Смогу. Берем флейту. Блять, взял флейту. Теперь мы берем флейту. Все так задумано. Не переживайте. О, господи. Этот уровень. Этот уровень с минами, блядь. Так, погоди. Как их разминировать, еще бы вспомнить. Потому что здесь управление вообще пипец. Там-то просто крестик. Да блин, верни. Крестик, треугольник, нолик, квадратик был. Да. Охренеть. Так, смотреть. Прыжок. Ошибался. Ускорялка. Ускорялка. Смотреть. Смотреть. Нормально. Берем еще одну мину. Смотреть, взять, смотреть. Потом будет больше, по-моему, если не ошибаюсь. Так, спрятаться. Нет. Мы прятаться не будем. Просто возьмем мину. Козёл, блядь, мин наложил. На, ёпты. Морду ты. Одну оставим. Взяли. И понесли. Блядь. Бля. Другие-то, да... Просто надо пропрыгать. Даффи так. Что с тобой? Блин. Да ёп.
Камера здесь крайне неудобная. Эть. Довольно-таки просто. Можно привыкнуть. Ничего такого сверхъестественного тут нету. Оказывается. Так, погоди-ка. Блять! Ну ёпты, ну почему ты не разминировал? Ну почему? Уроды кусок. Чё первый прыжок взять? Все, 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 все нормально. Блять, мин нахватали. Где овца? Где овца? Где моя овца, блять? Ёптать! Какого хера? Сюда, блять! Салат. Еще салат. Еще салат. Так, что мы взяли? Фен. А, вот сейчас мы разморозим этого чудилу. Да. Слушай меня, боец. Тебе надо отключить эту мину. Все очень просто. Сначала. Добить конца световой. Понятно. Очень хорошо. Я сказал. Так. Что нам? Надо овцу сюда запулить. Стопэ, нет! Стой! Блять, да и хер с тобой. Падла. Он там лежит? Блять, ее там опять нету. Так, погоди, а зачем? Салат-то тогда. Погоди. Вспомнил. Так, потому что нормально. Нормалечек. Ну иди сюда, ты ёптынь. Тихо. Нахуй салат. Отдай. Так, ну погнали. Так, стой. Стой. Блядь. Должен вернуться, там был бонус. Давай. Ну что? Так. Так. И чего?
И ничего. Так, вот ты стой здесь, блядь, пока. Блядь. Не получилось. Господи. Стой ты, ёптанет, на месте. Чёртова камера. Давай. Нет. Блин. Ёптанет. Спустите, я думаю. Да тебя, ёптать. Пошли. А. Не-не, а, чувак. Ты стой здесь. Может, там разгон взять по этой деревяшке, я не знаю. Чё-то никаких мыслей нет по этому поводу. А, да, есть. Замечательно. Погнали. Сука. А, господи. А, ладно. Да ёпт. Ну чё ж ты такая жопа? Да всё, я понял. Рестарт. Камера, блядь. Да не венты, ёптанте. Так, здесь нам придется опять пулять овцу, только уже не с резинки, а с катапульты. Так. Вот нам... Блядь, да иди ты нахер отсюда. Дрянь такая. Это типа овца. Ее нам нужно настроить для начала. Чтобы не запулить куда-нибудь овцу нашу. Так. Маленькое натяжение, давай. Ой, захуячим сейчас. Все четенько. Перелетело. Все, я думаю, можно нашу овцу ложить. Так, да, где-то. Thank you.
Блять! Ладно. Так вот где-то, значит. Иди сюда. Зачем нам кидать камень, когда у нас есть собственная овечка? Ну нормально, нормально. Замечательно. Берем. И заканчиваем. Великолепно. Тем временем осталось 11 овечек. Конечно, не остановить. Ну-ка, блядь. Ах, сохраняемся. И на этом вторая серия закончена. Ай, вот такое мини-прохождение, я думаю, нас ожидает. Ну, как мини. Еще с вами заморачиваемся. А вот наши зрители, я думаю, всех вы их узнаете. Так, ну и на этом все. С вами был Женек. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Оставайтесь на канале, будем далее проходить новые игры, вспоминать старые и тому подобное. Всего доброго, до встречи.